Центробанк России в следующем году планирует начать эксперимент по сбору монет у населения. Пилотный проект ЦБ хотят запустить в одном из регионов страны, где наблюдается низкий уровень возврата монет из обращения. Сообщается, что делать это будут через специальные приемники. При положительном результате эксперимента использование подобных аппаратов для сбора монет может быть расширено по стране. Подробности читайте на сайте.